Сборная России в полном составе. Все сильнейшие игроки приехали на 20-й по счету чемпионат России в Сочи. Кстати, соревнования такого уровня в нашем городе проходят уже второй год подряд. В 2016-м удача здесь сопутствовала петербурженке Полине Михайловой. В мужской национальной сборной лидером стал Александр Шибаев, серебряный призер европейского супертурнира этого года. В командном зачете у мужчин победу одержала команда Татарстана. У женщин золото досталось москвичкам. В этом году фавориты планируют повторить успех. Остальные взять реванш. У мужских команд, прям могу вам сказать, что вот семь команд, которые, значит, имеют наивысший рейтинг, реально претендуют на не просто на медали, а на золотые медали. То есть там настолько уровень не сильно отличается вверх или вниз от них, то, что любая из них может выиграть. Очень приятно то, что у нас все спортсмены, даже те, которые выступают за границей, там в каких-то клубных чемпионатах европейских стран, смогли приехать на этот чемпионат. То есть, ну, соответственно, чем больше сильных игроков, тем интереснее борьба. В целом, медали командного зачета разыграют сборные из 16 регионов России. Участие в личном турнире примут теннисисты из 28 регионов страны. Цель каждого – медали чемпионата. Но есть у спортсменов еще один стимул для борьбы. Тренеры сборной здесь ведут прямой отбор на чемпионат мира по настольному теннису, который состоится в мае.